устраивали демонстрации сжиганием книг и прочего. То есть был самый, ну простите за грубость, тут просто священник, но это иначе чем шабашем назвать было невозможно. И вы знаете, государство поддалось давлению. Давление было беспрецедентное. Государство поддалось давлению. Предмет убрали. Я думаю, что мы должны, мы все, и государство тоже, и церковь, все должны определиться, чего же мы все-таки хотим. Либо государство хочет того, чтобы у него вырастали информированные граждане, значит, тогда надо уметь как-то договариваться. Либо оно само не знает, чего оно хочет. И вот попробовали, не получилось. Ну, давайте мы тогда это уберем, ну, а дальше как получится. Вот как-то нужно определиться с позициями, я думаю. Так, ну... Да, я к вам приближаюсь. Я продолжу. Понимаете, я выстроила такую цепочку. Это к тому, что у нас боятся ВИЧ. Вот страх есть. Почему? Потому что нет достаточных знаний, недопонято. А вот следующая ступень, это должно быть осознание. То есть через знание пропустить через себя, через свою душу, через свое сердце. И тогда, возможно, я понимаю, что это звучит очень пафосно, но это говорит о том, что кроме страха, а страх вызывает то, что вы говорили, и сжигание домов, и изоляция детей, и я не хочу знать, мы не будем с ними общаться. В конце концов, это меня навело на мысль, мы же говорим об этой болезни как о чуме 20 века. Так назвали, это правда. Да. Так, если вспомнить, каким образом пытались лечить в средние века в Европе, изоляция была больных, и да, больных, и здоровых, поэтому вот какая-то такая аналогия, она к тому, что пока мы не знаем, мы боимся, а не знаем, мы и не понимаем. Так, прошу вас, да, сейчас я к вам подойду тоже. Несколько прозвучало таких обвинений в адрес церкви. Значит, прежде всего хочу выразить позицию церковную по поводу, допустим, полового воспитания в школе. Во-первых, нужно сказать, что половое воспитание в школе, как бы декларируется, что это действительно программа, которая направлена для того, чтобы информировать просто детей, фактически приводит к развращению детей. То есть программирует детей на совершенно определенное поведение, свободные, беспорядочные половые связи. Вот с этим церковь никогда не согласится и действительно ляжет косьмы. А программа, которая предлагалась, вот она как раз этому и соответствует. У церкви есть альтернативные программы полового воспитания. Достаточно, например, обратиться протопресвитеру, умнейшему человеку, доктору педагогических наук Василию Васильевичу Зинковскому и почитать, и посмотреть, что такое действительно истинная программа полового воспитания. И по поводу вот госпожи из Голландии, нас Господь Иисус Христос научил узнавать дерево по плодам. Можно посмотреть, плоды какие вот этого полового воспитания в Голландии, ведь известно, что... Давайте мы спорим, какой процент гомосексуалистов, лесбиянок, семей, где живут по трое, по четверо, в Голландии. Давайте посмотрим, сколько там действительно процент СПИДа. Можем обратиться... Там довольно низкий процент. Возможно, СПИДа, я не владею данными вот по этому вопросу. Но, тем не менее, по поводу гомосексуалистов вы не будете спорить, что это одна из столиц, так сказать, да, вот этого разврата. Думаю, торговля детьми для плотских сексуальных утех. Это тоже никак. Столица, это Голландия. Поэтому вот такой вот американский и голландский секонд-хенд нам не нужен здесь. Мы знаем, что в Америке... А что такое секонд-хенд? То, что отвергнуто в Америке и в Голландии, сейчас почему-то сюда пытаются пропихнуть. Я могу обосновать это. Администрация Клинтона подписала документ, выделяет 50 миллионов долларов на пропаганду воздержания до брака, то есть целомудрие, конечно, фактически. Это конечно поддержано сейчас и новой администрацией Буша. Старая направлено 50, ну, будем говорить так, 50 миллиардов долларов должно быть выделено на эту программу. Да. Вот. А кто против? Никто не против, но это не значит, очевидно, что не надо объяснять школьникам. Объяснять надо, но своевременно. Извините-ка, в первом классе
объясняется, что есть, ну, не только откуда берутся дети, но просто объясняется, как этим заниматься, мы считаем, что это рано, во-первых. Так. Во-вторых, не в такой форме. Когда, просвещение до конца, ну да, просто когда, время-то у нас еще при Советском Союзе было тоже просвещение. Были так называемые гигиенические уроки. Я помню, когда мальчиков удаляли, объясняли отдельно девочкам. Девочкам объясняли отдельно от мальчиков. Сейчас это вместе. Да. Сейчас это муляжи, фильмы и так далее. Извините, в такой форме такое преподавать. Это просто-напросто растление молодежи. Ну, это с вашей точки зрения, да. Прошу. Я хочу сказать, что в прошлом году в Республике Молдова мы внедряли кампанию по солидарности с людьми, живущими с ВИЧ. И мне довелось встретить довольно большое количество людей, которые, к сожалению, инфицированы. Люди, которые представляют абсолютно разные, разные социальные слои. Люди с образованием, люди разного возраста. И я видела просто молодых людей, которые начинают свою жизнь и которые узнали о том, что у них положительный статус. Они вовремя не получили эту информацию, они не смогли предпринять что-то для того, чтобы не заразиться. Очень больно видеть этих детей. И мы здесь сегодня с вами для того, чтобы не спорить, что лучше, что хуже, а совместно объединиться. Вы делаете одно, мы делаем другое, третье делает третье, мы дополняем друг друга. Но мы не должны пытаться противостоять друг другу, и вы говорите одно, а мы пытаемся сказать, что это не так, и боремся между собой, потому что это приводит к хаосу, а хаос приводит ни к чему. Молодые люди, они просто поворачиваются спиной и говорят: я не знаю, что правда, что неправда, я просто не буду ничего делать. И, соответственно, мы потом с ними встречаемся в спеццентре, и вот представитель спеццентра, который каждый день сообщает огромному количеству людей о их статусе, она может подтвердить, сколько боли и сколько страдания в глазах очень молодых ребят, у которых, в принципе, должна была быть вся жизнь впереди. А представитель спеццентра – это вы. Может, вы скажете несколько слов на этот счет? Вообще, меня интересует, вот я уже здесь, вот пока мы разговариваем, вижу определенные противостояния. Я не вижу желания как-то совместно подходить. В конце концов, на мой взгляд, одно другому не противоречит. Можно и нужно учить целомудрию, так же, как нужно учить не убивать, не красть, и так далее. Но разве это исключает образование, именно образование, как рождаются дети? Почему-то мальчики и девочки отдельно, а взрослые тоже отдельно, что ли? И какая разница? Тут у меня возникает масса вопросов. Ваше мнение? Что касается информирования и навыки жизни и так далее. Каждому возрасту характерны свои особенности, это в своем физическом, психологическом развитии. Допустим, ребенку в 4-6 лет, как говорил ТТ из Голландии, нужно дозированную информацию. Они об этом говорить. И говорят. И этому же ребенку, когда ему было, он воспринимает информацию на своем уровне. Когда этому ребенку будет, к примеру, 10-11 лет, эту же информацию он совершенно по-другому будет воспринимать. И 20, допустим, 30 лет, совершенно по-другому эту же информацию. Поэтому информация должна быть дозирована, должна быть, соответственно, того возрасту и доступна. Касающийся отдельно девочек, отдельно мальчиков и взрослых, все эти дети становятся со временем молодыми людьми, становятся взрослыми. И не нужно это разделение это на девочек, на мальчиков, отдельно это воспитание. Они должны быть вместе. По поводу навыков жизни. Понимаете, тут, да, возникли споры у нас в республике по поводу преподавания этого предмета. Тут была та ошибка. И с самого начала, видно, когда была разработана была эта программа, не были согласованы это с разными группами, даже с родителями, с врачами, с детьми и так далее. Поэтому и возник тогда спор, и возникло вот такое ТТ-трение, как в каждом любом вопросе. Понятно, да. Вот вы знаете, когда говорят о том, что программа не та или не то, я начинаю думать, ну хорошо, а программа по истории? Когда историю переписывают совершенно... Да, и что, каких людей делает эта история? Ну, почему-то это мало кого волнует, да? Хотя на самом деле, волнует, да? Вот. То есть, на самом деле, как преподавать, как должна быть сделана программа, это другой вопрос. Вопрос, однако, главный. А должна быть программа вообще или не должна она быть? Вот вопрос, который, а там удачно она сделана, неудачно. Более того, умеет преподаватель это преподавать или он не умеет это преподавать, это уже из другой области. Но есть главная проблема,
говорить об этом или нет. Сейчас. Значит, у нас, вы знаете, когда в России я делаю такие программы, я их делаю много, мы обычно в студии бывают у нас ВИЧ-инфицированные люди. Да. При этом они перестали бояться, что для меня очень